Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре майнер по заработку криптомонеты Tron Forest. Ну, как-то так. Я его называю денежное дерево. Позже поймете, почему. Это инвестиционный проект. А то, что связано с инвестициями в интернете, всегда присутствуют риски. Не забывайте об этом никогда. Минимальные депозиты в этот майнер от 2 монет всего лишь. И регистрация здесь наипростейшая. Прописываем мобильный телефон, ну или цифры, похожие на мобильный телефон, пароль, повтор пароля или security код. Обязательно его нужно запомнить, так он непосредственно нужен при выводе денежных средств, то есть при выводе монет. Прописываем email. Далее кликайте вот на эту вкладочку. Вам на почту приходит код цифровой. Мне пришел в папку спам. Если кого-то заинтересует и захочет зайти, прописывайте сюда этот код с почты. Сюда прописываем цифровой. Капчу вот эту цифровую. Нажимаете «Зарегистрироваться». Вход по мобильному телефону и паролю. Кликаете пароль. Так. Далее что? Попадаем в кабинет. Как я сказала уже, минимальный вход сюда от 2 монет. Почему я прозвала это его денежным деревом? Потому как нужно поливать вот это дерево. Я его полью чуть позже. Давайте пройдемся по вкладочкам. Ну, значит, вот здесь есть кнопочка. Так, ну, вот такие, да, иконки. Вот здесь сбоку и вот здесь. Значит, если мы сюда нажмем, здесь глобальные партнеры, типа того. И вот здесь вкладочка, кликаем «Закрыть». Далее, вот сюда, если мы кликнем, будет белая бумага и рассказывается о проекте. И все равно там ничего не перевести, как бы. Но, тем не менее, там есть документы и всякая такая фигня. Далее, вот вторая вкладочка – это «Сделать депозит». Я еще немножечко путаюсь, как бы. Такой вот он немножечко отличается от наших традиционных вот майнеров. Вот видите, мне как бы тут выделено «Закрыть». Она обычно вообще не видно ее. Вот, опускаемся ниже. И что? Я сюда депонировала первый раз. Сколько? 5 монет. Значит, я вот они пишут. Минимум 2 3x, 2 монеты. Мы копируем адрес. Я еще хочу закинуть немного. Иду в кошелек. Так, что есть? Отправить. Вставляю. И еще 5 монет я закину. Итого у меня будет 10. Обязательно проверяю, ребятки. И вот я 5 монет моих отправила. Ну и все. Теперь ждем, когда монетки поступят. И вот видите, вот эта вкладочка «Закрыть», она еле-еле видна. Но тем не менее видна. Это я уже еле-еле разглядела, если честно. Так, все, закрыли. Потом я это все полью. Так, это депозит. Это вкладочка «Вывод» у нас. Нет, это вкладочка этот промо-аккаунт, ребятки. Вот у меня доступно 0.8 монет. Значит, если я поставлю 0.8, не знаю, трансфер. Здесь можно вывод, например. Оно не ставится. Трансфер так трансфер. Переводим. И сюда security код, который указывали при регистрации. Вот.
Сейчас я поставлю на паузу, потому что он высвечивается. И после продолжу. Так, не высвечивается он. Просто. Так, кликаю на, вот на эти буковки. Не знаю, куда он уже переведется. Ну, куда-то он переведется. А может и не переведется, даже не знаю. Вот. Трансфер, что мне было написано, не знаю даже. Ладно. Так, перезагрузить страничку, когда мои монеты поступят. Ага, монетки поступили мне. 0.125, 0.25 стало. Все замечательно. Значит, это депозит, это промо-аккаунт. Вот это вкладочка. Вывод. Ну, давайте я теперь уже полью. И вот сюда кликаю ежедневно. Нужно собрать прибыль. Даже сейчас проверим. Видите, у меня баланс по нулям. А должен быть доступен вывод. Поэтому нужно собирать прибыль. Я кликаю. Все. Монетки, вот они здесь были, исчезли. Теперь кликаю вывод. И у меня 0.25 монет. Сюда вставляю адрес. Так, адрес. Господи, запуталась уже совсем. Копирую адрес. Вставляю адрес. Далее кликаю вывод. И опять сюда код. Сейчас я его скопирую. Вставлю. Можно его было и не копировать. У меня и так. И кликаю. Вот все. Мой вывод ушел. Так. Ну и все. Так, вот это я закрываю. Так, депозит, промо-аккаунт, вывод. Вот эта вкладочка. Вот у меня здесь показан депозит мой. Первый депозит. А, стартовал он 30 числа. То есть 5 монет я закинула. И еще сегодня 5. Итого 10 монет у меня закинут. А минимальный вход сюда 2 монеты всего лишь. Так, далее что? Вот эта вкладочка здесь. Что у нас? Пока вывод идет. И вот здесь я мой вывод я выводила. А, это как бы поступили, я собрала. Это я вывела. Это я опять собрала, и вывод еще, я так понимаю, не подошел. Сейчас посмотрим. Так. Вывод пока еще не поступил. Ну, пока посмотрим, погуляем по сайту. И вот здесь кликаю. Значит, здесь что? Команда. Ну, в смысле, реферальная программа загружается. Так. Отображаются партнеры. Опять что? Вот это поделиться OR-кодом. Ну, типа реферальная ссылка. Вот это VIP, он не кликабельный, я не знаю, что. Потом VIP-бонус. Тоже понятия не имею. Есть у них Telegram, есть WhatsApp. А здесь находится реферальная ссылочка. Просто кликаете на нее, и ссылочка автоматически копируется. Все, ссылочка у вас скопировалась. Надо проверить баланс. Монетки еще не поступили. Подождем. Что еще вам здесь показать? Ну, вроде как я все показала. Проект свежий.
У меня был такой аналогичный проект. Вот я не знаю, что здесь вот с промо вот этими монетами делать. Вот. Давайте переведем на русский и посмотрим. Сумма акций. Ну, имеется в наличии. Передача. Вот здесь, видите, они... Я ничего не понимаю. Ну, трансфер. Изымать. Порядки. Вот это что, куда? Ну, сюда сумму. Видите, она никуда не... Ни туда и ни сюда. 0.8. Записывать. Вот это что здесь как бы? Вот сюда кликаю. Трансфер, изымать. Трансфер, порядки. Передача. Код безопасности. Что там? Баланс какой-то, господи. Не прочитать. Больше. А, здесь должно быть больше одной монеты. Вот почему. Вот здесь должна быть вместо нуля 1. Ну, понятно. Так, ну что там монетки? Поступили? Так, наверное, не туда или туда. Нет, монетки еще не поступили. Подождем. Когда поступят монетки. Вот это... Здесь не кликабельно ничего. Закрывать. Поставлю на паузу. Теперь я вот через 24 часа опять можно как бы полить. Видите, один раз в день. Вот окей. Поставлю на паузу. Монеты придут после продолжения. Ну, буквально несколько минут и монеты мои в кошельке. Вот они пришли. Вот мой депозит. И плюс 0.25 монет. Значит, что? После того, когда видите сумму, когда будете выводить, сюда прописываете адрес. Нажимаете на вывод. Вам откроется окошечко, я вам показывала. Вводите пароль безопасности. После чего ввели, нажали отправить. После, как ввели пароль безопасности, окошко закроется. Нажимаете обратно на вывод. У вас появится окошко. Кликаете Yes, то есть да. И все, монеты ваши отправились на кошелек. Вот таким вот образом монетки выводятся. Вот они. Все шикарно платят. Ну и все, в принципе. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, проходите мимо. Не забываем, что любые инвестиции в интернет всегда связаны с риском. Всем удачи, всем пока.